Национальный симфонический оркестр представил новый абонементный цикл концертов «Молодые таланты Башкортостана». И в качестве первой солистки на сцену вышла юная пианистка Ирина Галеева. Она учится еще только в 7 классе среднеспециального музыкального колледжа, но уже является лауреатом республиканских, всероссийских и международных конкурсов, а также стипендиатом благотворительного фонда Владимира Спивакова в Республике Башкортостан. За дирижерским пультом в этот вечер был Камиль Абдуллин. Конечно, очень ответственно. Это такой подарок для меня. Я испытываю такое ощущение невообразимое это впечатление. Так много звука вокруг меня. И оркестранты такие хорошие, и дирижер прекрасный тоже. Фортепиано для Ирины изначально выбрали родители, хотя сама девочка тянулась к скрипке. Но сейчас она очень рада, что именно этот инструмент стал для нее судьбоносным. В среднеспециальном колледже «Юное дарование» учится в классе заслуженного работника культуры Республики Валентины Ивановны Стариковой. И для педагога этот концерт не менее волнительное событие. Труженица, понимаете, труд и талант помноженный, и плюс профессионализм, который мы пытаемся привить, и качество вкуса. Ну, конечно, нужно расти, все время совершенствоваться. Надо много читать, надо много ездить, надо много впечатлений от путешествий, от музеев, от картин, от людей. Когда ездишь, слышишь разные направления, школы, и потом для детей это тоже подарок.